Всем привет, друзья! А при начале просмотра этого видео хочу вам порекомендовать одну фишку. Если у вас в Инстаграме есть 100 подписчиков, вы уже можете начать зарабатывать на рекламе. Подробнее об этом по ссылке в описании. А мы начинаем. Известный всем певец Андрей Губин опроверг свое возвращение в шоу-бизнес, ранее анонсированное его аранжировщиком Тарасом Ващишиным. В прессе стало известно, что обещания создателя аранжировок вызвали интерес у продюсеров. Они стали предлагать Губину свои услуги по продвижению и организации концертов. Но бывший певец всем категорически отказал. Он заявил, что Ващишин сделал громкое заявление по неизвестной ему причине. На самом же деле Андрей желания выступать совершенно не испытывает. «Никогда не вернусь на сцену», — сказал Андрей. Долгие годы Губин ведет жизнь затворника из-за сложного заболевания нервной системы. Судя по всему, избавиться от недуга ему так и не удалось. Инсайдеры сообщают, что близкие бывшего артиста уже предлагали ему обратиться за оформлением инвалидности. Друзья, спасибо за просмотр, а я хочу вам порекомендовать кучу разного товара, ссылки на который будет в описании под видео. Также вы там сможете приобрести обучающий курс Матвея Северянина «Как заработать в интернете». Приобретайте и учитесь зарабатывать дома в интернете. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до скорых встреч.